Когда в СССР исчезли низовые советы и почему? Были ли отличия среди советов в разные времена существования СССР? Они никогда не исчезли, они были до распада Союза. А потом трансформировались в современные органы власти. Другое дело, что они после Конституции 1936 года постепенно стали, ну, их роль стала постепенно снижаться, потому что, например, Верховный Совет был уже оторван от низовых советов полностью вот этой Конституцией. А со времен Хрущева у нас как раз-таки произошло вот именно бюрократичивание страны, где у нас роль советов была замещена чиновниками. То есть то, что раньше решали советы, стали решать различные чиновники по разным направлениям. А так советы, они продолжали существовать, только роль их была маленькая уже. У них отобрали власть.